Магний рекомендую принимать тоже практически всем. Я, в общем-то, не видела людей, которые были бы нормально обеспечены магнием. Почему? Потому что магний нам нужен для того, чтобы у нас организм нормально, адекватно реагировал на стресс. Но и благодаря магнию нормально у нас усваивается витамин D и укрепляется костная ткань. Магний нужен нам и для здоровых зубов, магний нужен нам для здоровых нервов. Без магния жить очень плохо, поверьте мне. Для здоровых мышц тоже нужен магний. Поэтому на магний мы пьем магний, не сдавая анализы. Почему? Потому что по анализам дефицит магния определить невозможно. Мы магний определяем по симптоматике. Вы сразу можете сказать, что у вас нет магния, если у вас есть стресс. И каждый день это первое. Если у вас появляется синдром беспокойных ног ночью, когда, знаете, икроножные мышцы сводят судороги, вот эти судороги, когда появляются тики на лице, магний пить безопасно, абсолютно 400 мг в день. Лучше разделить дозировочку на два приема, на утро и на вечер.